За время операции «Скорость» сотрудники ГИБДД по области выявили 2000 нарушений правил дорожного движения. Из них 264 факта превышения скорости. Профилактическое мероприятие «Скорость» было направлено на стабилизацию обстановки с аварийностью, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также выявление выездов на встречную полосу. Десногорские водители оказались более внимательными. За период проведения профилактического мероприятия под условным наименованием «Скорость» сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлено 29 нарушений правил дорожного движения водителями, превышающими установленную скорость движения. Напомним, что с 28 августа по 7 сентября в Десногорске проходит операция «Внимание, дети». Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой быть более внимательными и пропускать детей на пешеходных переходах.